Друзья, перед началом этого ролика я бы хотел вас попросить подписаться на канал Killvar. Как вы могли заметить, у меня на канале появились новые превью, которые значительно лучше предыдущих. Эти превью мне делает именно Killvar, поэтому в знак благодарности мне бы хотелось попросить вас подписаться на его канал. Он прекрасный дизайнер, и у него есть свой канал, который он ведет, конечно, не очень активно, но я надеюсь, он это исправит в будущем. Ссылка на канал Killvar будет, как всегда, в описании. Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Gamerus TV, и сегодня будет необычный ролик. Сегодня вы увидите долгожданную игру вместе с Котифеем, та совместка, которую я очень долго ждал. И я хочу поблагодарить Котифея за то, что он согласился записаться на ролик. Этот ролик выйдет на обоих каналах, и на канале Котифея он уже вышел. Я сам присутствовал на премьере. Хотел бы вас попросить поставить на это видео лайк, подписаться на мой канал, если видеоролик вам понравился. И если вы хотите больше совместок с какими-то другими ютуберами, или же в дальнейшем еще раз с Котифеем. Не буду больше отвлекать, всем приятного просмотра, друзья. Мы начинаем, поехали. О, разведка против нас. А, еще, да, разведка. Он что, спецапнул? Лол. О, против так. Я тут никого не знаю, как бы, да. Ну, разведку он вообще так слабо играет. Я сколько раз против него попадался. Запись экрана включил, запись голоса я включил. Ну, по логике все записывается вообще. Так. А сейчас зайти, подожди, это мне сейчас за мной как-нибудь. Ага. Всем привет, дорогие друзья. Вы находитесь на канале Gamerus TV. Сегодня у меня в гостях Котифей. Поздоровайся. Да, всем привет, ребята. Давно мы хотели снять эту совместку. Ну, как минимум, я хотел снять эту совместку с Котифеем. Наконец-то получилось. Каточка будет... Как по мне, это будет интересная игра. Ну, да, потому что она... Понимаю. Так, ну, если... Ну, ничего страшного. Ну, мы поставили, это... Ну, у нас экономика будет больше, чем примерно на 300 баксов. Если затащим, то вообще будет нас. У нас затащим шансов меньше. Ну, НТ. НТ. Так. Ну, форсетский делаем. А, эко, да? Окей, эко. Фулл эко, да? Еще можно калаш покупать. Ну, хз. Ну, пистолетик какой-то, я не знаю. Окей, я дигл возьму. Я дигл возьму. Окей, погнали. Да и вообще, ребят, кто там спросит, почему у меня не было, да? Все дела. Вообще, это долгая история. А где он в виду у нас стоит? Связи. Так, еще один идет. Я, кажется, сейчас трубом там. Я понял. Ну, в общем, почему у меня не было, долгая история. А месяц я ремонтировал ПК, не спрашивают, почему все, вся история у меня пейджи вообще. Если приходить, то можете почитать. Это у нас месяц назад, примерно. Я смотрел, кстати, я смотрел твой последний новогодний этот ролик. Там еще открытие было. Да. Я вообще по плану, что было. Я хотел снять новогодний ролик и уже записал материал на следующий, но уже вряд ли выложу его. Там коллапс с кем-то тоже был, но уже его выложил, через месяц как-то не актуально. Понимаю. Угу. Да, почаще выпускаем. Кстати, я не знаю... Ну да. Кстати, я не знаю, секрет или нет, ты в каком классе учишься? А, 10-й, ну. Ну, 10-й пока попроще, вот в 11-м уже будет жестко. Ну, все равно подготовка с лучшей. Ну, я, да, понимаю. Я через все это прошел, как бы уже. Кстати, возможно, у нас сейчас тип очень хороший затащит. Я в него верю. Я тоже не уверен. У него есть, но... На нож. Обидно. Да. Капец. Надо реально мейн, чекать все, что не скинуло. Кстати,
Один серовый. Они получат прошли туда, что теперь. А, ребят, у нас проблема. Они уже знают, что мы идем сюда. Да, так один серовый, один компы. Двое компы. Ну так зачем ты? А, это не. Это не я. Так, ну один в один. Я ему кое-что объясню, а то он сейчас обидится. А. Понял. Дорогой. Ну, НТ. Что-то пацан примудрил. Ладно, кстати, сайт наши зашли. Окей, погнали на мид. Потому что там челик всегда стоит один, волшебный. Слышь, ты хорош, сами. Выпили его, дарили смог хорош. Кидаю туда. Все, залетаем. Можно залетать, я еще какую-то... Будьте только пинг. Винты, ну, ты понял, винты, да. Ну один, все так. Найс. Так, не первый раунд. Отойдем? Давайте проходим, ребят. Или проходим? Окей. Проходим. Понимаю. Ну ладно. Ладно, они научились это контролить. Ладно. А давай попробуем, слушай, я сайбер ну напекал. Хотя, наверное, сейчас 0 под не съеду. Я попробую сайт открыть. Окей, давай. Сзади, да. Офигеть. Ладно. Окей. Давай попробуем смотреть. Я лоб не хотел такого лоб еще заметить. Хотя не лучше, чем сам по себе. Потому что да, зависит, судьба у нас. Ланга, вообще. Посмотрим. Давай попробуем занять. Я не думаю, что мы пили сейчас. Ладно, их нет. Спасите моя команда, пожалуйста. Я уверен, вы сможете. Боже, помощь. Смог так сказать. Патроны не стеки, не хочу сразу. Все, заходим. Должен был ловить.
Ой. Отлично, второй раунд. ПДА у нас вообще толком не будет. Давай попробуем пошуметь. ПДА, выйдите по Б. Я хочу пошуметь. Окей. Идите Б. А бомба куда? Ну куда ты за бомбой идешь? Ну, лачадок, я знаю, ты крутой. Ну, ё-моё. Вот это в одиночку пошёл. Илья Попович. Вот я Да, я пиптон. Этого, кстати, всё не надо. А, я один остался? А, ну я понял. Я не затащу. Ладно. Все, пошли. Я, честно, понятно, по связи. А, понял, второй. Забирай его, пожалуйста. Ну, най. Гениальная тактика. Ладно, давайте попробуем защитить. Шанс у нас есть. Вот СФУ, шансы есть. Можно СФУ как бы забирать, но сейчас сильно у нас играем, очень сильно. А вот что на пистолетке лучше брать, бронь или пистолет? Вообще, кому что удобно. Обычно бронь берут за КТ. Окей. Так. Это так берут. Или... Нет. А супер. А там Григорьевич. Там один лоу. Все, там один лоу. Один. Да, все, там лоу. Короче, один лоу. Вот этот лоу. Который на меня. Да, знаешь, он лоу. Я ему шапку дал. Я хочу обойти. Окей. Так, наш челик лоу. Так, найс. Угу. Так. Когда ушел? Да, все, да. Ну что ты чекаешь? Зачем ты пришел? Ай, боже, этот не может спокойно уйти. Найс. Ой, молодец. Хэдшотик смачный. Ладно. Не думал, что у нас такой умный. Все, подождет. Окей. Выждет меня. Ладно, Виктора тут нет у нас имбола. Ну ладно, МК7 тоже, как бы. Ну я с СА побегаю. Так. Мне не нравится, кстати, что я пингую немножко. А что у тебя? Я просто в комнате нахожусь, далеко от утра. А, понял. Так что, да. Это он. А, понял. Угу. А это фулл лонг? А, вы сайт отпустили вообще. А, нет. Этот МП7, наверное, взял. Это будет. Если он смогу сидеть, я... Ладно. На базе сидел. Понимаю. Я уже подумал. Где-то в сайте засел. Не Сашку вернул. Так, кстати, время луга. Не запомню. Я и говорю, но, возможно, тогда чем-то забуду. Смотри, у них луки. Сейчас будет дроп уже, более-менее. Если мы заберем этот дроп, то у нас шансы увеличится x2, там, я не знаю, у нас будет с ними раунд счет. Если мы сейчас заберем, а я уверен, мы берем. Да. Опять лонг. Они хотят зайти, блин. А он зашел. Найс. Извини, это мне просто...
Фух, успел СГ забрать. СГ дать? Дать СГ? Не надо. Окей. Не надо. У меня друг есть. А СГ тебе, кстати, ну, лучше, чем АУК, иногда бывает в лишних ситуациях. Угу. Ну, ты как раз, ты же на миду играешь, Сергей, сейчас. Ну да, на миду. Ну, как раз ты можешь больше агрессивно играть. Хотя, не, стой, агрессивно не надо. Хотя... Окей. На сетевом никто не стоит. Типа да. Мид один. Убил. Все, 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 супер. Займи другую позицию, сколько у тебя должен. Ну, типа, мид чекай, но... Окей. Как-то да. Ну, я лоу, если что. Так. А, лоу, ну, ищи хэдвич какой-то, я не знаю, что-то. От кого ты можешь играть? Банан. Он лоу. Он лоу, банан. Я его хорошо накоцал. Он прошел. Сейчас, куда он прошел? Сайт. А, все, найс, убил его. Так, найс. Он на сенсор твердус. Не бегай туда-сюда. Ну ладно, НТ. НТ. Не, я думал, просто так ходит. Ну, слушай, просто чай попить какой. Хотя так обычно и делаю, но... Совсем другая история. А чё, слушай, я иногда хожу, ну, просто, знаешь, не ради победы, а просто отдохнуть, так знаешь, это интеллектуально. Поговорить там с ребятами, просто по душе, и слушай, у нас чаю попиваем, там, веселимся, все дела. Ну, отлично. НТ. Это правильно. Чё, они халдят? Так, о! О, на миду. Всё, так, отошёл. Плоть один блин должен быть. Я уверен, что лонг один есть. Так. А, всё, ты там чекаешь? Так. Они Б. Всё, Б. Всё. А, всё, ласт. Всё, найс. О, банан. Там смок на банан кинули. Да, смок там кинули. Флешку кидают. Бомба-банан. Бомба-банан. Всё. Всё. Ну всё, его зажимайте. Отлично. Так. Ну чё, они где? Окей. Так, всё. Это не, пожалуйста. Окей, я иду. Так, они оба лонг, да? Да. А, ну всё, ты без хелпы. Отлично. Так, ну... Ну, если бы что, я разменял бы. Отлично. Ну все, 9-10 уже, отлично. Да, я же тебе говорю, это возможно выглядит спокойно. У нас шансы очень большие. При очень. Угу. Ну просто это карта у нас волшебная. С балансом. Не, ну если не смотреть на баланс, она реально красивая. Это самая моя любимая карта. Один банан. Один банан. Ну один точно, может больше. Да, мид прошли. Мид есть, они когда будут летать? Еще один на миду. Это мид были, да? Да, это мид. Мид, который право. Который право, а я, который лево. Окей. Они, кстати, подарят. Один банан. Подарок уходит. Один МПС нужно вечером, кстати. Что, вариант? Я не уверен, правда. Так, сейчас. Ну, по даске все уйдут. Они. Найс.
Так. Слушай, я сейчас честно хз. Засейвите СВД. Где? На миду был. Мид. Мид, хорошо. Очки. Bomb has been planted. А как он успел вообще под ас гонять? А он через мейн зашел. А. Вопрос, он прочитает мне или нет? Я думал прочитать, кстати, если честно. У меня мокрый палец. Найс. Ладно. Топчик. Ты на первом месте. Ура! Мама, я так рад. Угу. СВД сейчас классно. Классная стала после фикса. Когда ее только ввели. Когда ее только ввели, она с этого с одного выстрела не убивала. Нет, это прикольная тема, как бы сама по себе. Ну, как по мне, авик лучше. Сама по себе. Ну да. Ну не помню, я смог такой, да. Я вообще думал, он сейчас упрет всю стеночку. Ну ладно, не рассчитал что-то. Но сработало как надо, все равно. Мид идет. Мид. Окей. Так, ну ты там чекаешь. Ну зачем я пошел раза? Это дурачок, извиняюсь. Это он сейчас. Хотя он, возможно, выглядит, он же за флеш. А, этот уже не кусит. Найс. Так, этот был он чекать. Все. Да, забираем. Это раунд, кстати. Ну да. Так, все, где он? Тихо. Все, найс. Все, нормально. Отлично. Сработал. Эмоции на самом деле радости. То, что я играю не как лоутап хотя бы. И на этом прекрасно, кстати. Да. Вообще тап, вообще можно на него не смотреть. Это главное тимплей, как по мне. Ну это да. Ну не важно какое-то место, а главное, какого пользу ты даешь этой команде. Это может быть лоутап, но держишь просто асайд, там, бэсайд. Просто его держишь. Ой, тихо. Лучше всех. Это был он, можешь передавать всем. Баллон. А, все. Так, они еще не зашли? Они не зашли, мы их держим очень сильно. Они не зайдут. Окей. Окей. Поэтому я хочу его видеть. Ой. Ой. Господи. А, понял, зад. Так. Найс. Все. Так. Я знаю, что он должен винтак быть в пилоте. Ну, винхол. А, наш уже там. Кухня. Ну, зря я пошел приходить, честно. Со СВД. Мне кажется, зря. Он тогда сейчас пойдет. Хотя я не знаю, слушай. Вообще, по логике он может пойти у нас спокойно. Через ПК-сервы. Угу. Я думаю, ПБ пойдет. Ну, он сейчас его накоцал в спину. Он... Не, у него шансы есть собрать его. У них чел примерно минус 50 хп. Плюс-минус. Я просто тупо еще сыграл. Ну, ты нормально. Понятно, тогда пошел. Слишком много ошибок. Но зато хотя бы я осознаю. Найс. Молодец. Отлично. Скин жалко, или что? Бомб has been defused. Уже 12 слов. Уже там. О, у меня 16к. Понимаю. Так. Ну чё, last round? Что, есть эта репота как бы? Ну капец. 12-10, так. Last round. Надо брать, все. Смотри, на ходочка, даю мид. Он идет раз, и так, я даю флешку.
Он не идет раньше, ты испугался. Он трус. А он сейчас идет. Да, Сэм, ты не иди уже, дорогой. У тебя шансов там ноль защитить. Чего он хочет там? Я не пойму. Я пойду его заражу, слушай. Он... Так. Он невыносим. А Израиль, наверное, это дело. Я чувствую, сейчас... Понимаю. Там уже развивают людей. Ну все, красиво. Просто красиво. Не, вообще, ММ прекрасно. Хороший вечер, потому что мы записываем вечер, если что. Угу. Да. Сместили тебя все-таки с первого места. Ну, слушай, один килл это. Сервер как мира. Ну, я хотя бы не на последнем. Так что отлично. Да, да. Спасибо вам за просмотр. Да. Приходите, пожалуйста, на Гиперс. Он хороший человек. Гипер вообще годный. Ну, и всем тебе. Советую. Тебе спасибо за игру, за то, что согласился записать совместку. Эй, тебе спасибо, слушай. Это хорошая была игра. Да и плюс настроение. Да. В общем, всем спасибо. Всем adios, amigos. Всем удачи, всем пока-пока.